Всем здарова, народ, с вами снова я, Мэдрик, и мы продолжаем карьеру за Манчестер Сити. Если ты хочешь заработать, то я тебе рекомендую подписаться на канал Hellro Dog. На этом канале ты найдешь видосы по заработку в интернете, без вложений, с бонусами и с прочими плюшками. Видосы на этом канале выходят почти каждый день. И среди этих видосов действительно встречаются видосы, которые помогают заработать. Если ты хочешь узнать поподробнее, как зарабатывать в интернете, то переходи по ссылочке в описании и подписывайся, а также смотри его видео. Парень старается донести мысль, то что в интернете можешь зарабатывать каждый. Лично я уже давно подписан, тебе советую. Ссылка будет в описании. И у нас есть хорошая новость. Серхио Агуэро отошел от травмы. И следующий матч у нас в Баварии. Напоминаем вам, ребята, что первый матч мы сыграли со счетом 1-1 и играли дома. То есть сейчас нам нужно обязательно забивать. Играем на Альянс-арене в гостях, и в основе сначала выйдет Жезус, а потом выйдет у нас Серхио Агуэро во второй половине где-то. Так что приступаем к встрече, и надеюсь, нас ждет только победа. Лига чемпионов Бавария, Манчестер Сити, Альянс-арена. И вот состав Баварии на ваших экранах. В воротах у них сегодня Нойер. И, в принципе, ребята, те же самые люди. Да, единственное, что в опорной зоне играет сейчас Мартинес. Ну и, ребят, короче, все знакомые игроки. И мы понимаем, что состав серьезный. Сильный состав у Баварии. И сегодня нужно показать отличную игру. Так что вперед, Манчестер Сити, вперед к победе. Дибала с мячом, Дибала бьет и сразу гол. Вот это невероятное событие, если честно. Я не думал, что мы на первых минутах сможем открыть счет. Паул Дибала. Красавец. Потрясающий удар и какой гол. Сначала ничего не вышло, но Буатенг сделал ошибку, которая привела к такому вот отличному голу. Так, Дибала отбирает мяч. И уже сам бежит, открывается. Дибала, Паула Дибала, выход 1-1. Дибала забивай, Нойер. Какой сейв. Сильва поставит на Жезуса. Жезус на Паула Дибалу. Паула Дибалу ложный замах, удар отсюда. И Нойер. Дибала с мячом. Дибала, забивай. И вот, блин. Я думал, сейчас получится что-то сделать. Левандовский, передача на Робена. Удар, мимо. Так, ну как обещал, во второй половине выйдет сейчас у нас Серхио Агуэро. Давайте еще Зинченко выпустим. Дибала сильно устал. Кайл Уокер. Подача. И не вышло. Дебрине пасует на Санчеса. Алексис Санчес с мячом. Нужно отдать в центр. Удар Дебрине. Нойер. Ну, красиво. Красиво играет сегодня Нойер. Ух ты, Тиаго выходит вместо Хаби Мартинеса. Да, у них была сначала оборонительная тактика, теперь они понимают, что нужно отыгрываться. Так, передача в центр. Сильва. Отлично и сыграл, и Нойер опять тащит. Так, Серхио Агуэро. Выход 1-1. Получает по ногам Серхио Агуэро от Тиаго. Тут красную надо давать. Там просто реально был выход 1-1. Давайте красную. Стопроцентная красная. Да-да-да, молодец, судья, разобрался. Серхио Агуэро, ох ты, Зинченко, отличная передача. В итоге отдает на Стерлинга. Стерлинг делает заброс на фланг, удар Санчеса, это 2-0. Как вышло, так все классно. И как Санчес забил. Ну, красавец. Алексис Санчес делает счет 2-0. Что ж, мы проходим дальше, счет на табло 2-0. Общий счет становится 3-1. И все. Отличный матч. Быстрый гол помог нам... Ребята чувствуют себя уверенно. Ну и лучшим игроком встречи признан Алексис Санчес. У меня нет вопросов вообще к нему. И вот так вот выглядит турнирная сетка. И в 1/2 финала нам достается Ювентус. А Реал Мадриду достается Манчестер Юнайтед. Следующий матч у нас Челси в Эмиретс Кап. И я надеюсь, что мы сможем одержать в этом матче победу. Челси будет играть в дополнительной форме лишь по одной причине, чтобы формы не сливались. В общем, погнали, погнали играть. Эмиретс Кап, Манчестер Сити, Челси, Уэмбли Стадиум. И вот так вот выглядит турнирная сетка. Арсенал побеждает Борнмут. И вот состав Челси на ваших экранах. В воротах у них Куртуа, можно отметить Колмана в защите. Азар, Марата, Виллиан, это тройка атакующих. Крепкий состав. Так что давайте начнем этот матч и одержим сегодня красивую победу. Это Назар, вот это ускорение. И хорошо успевает тут Уокер. Азар, удар и гол. А, черт.
Да, потрясающий удар. Я не знаю, наверное, не было даже шансов у Эдерсона такой затащить. По какой-то невероятной траектории мяч полетел. Так, Сильва, открывайся. Сильва отлично открылся. И тут просто Кейхилл, великолепный подкат. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, опять Азар один. И нужно срочно играть хорошо. И, блин, вы что делаете, парни? Дибала. Хорошо играет Дибала. Дебрюйне. На Сане. Сане бьет и Куртуа тащит. Что ж, первый план закончен. Нужно менять атакующую линию. Я не знаю просто, ребят. В принципе, посмотрите на эту статистику. Один удар у нас, один удар у соперника. Так, отличная передача получается. Жезус. Габриэль Жезус. Дальше пасует и Канте. Что? Как он увидел эту передачу? Ну как он ее увидел? Там просто один на один выходил игрок. Да, сложности возникают. Я пока не знаю даже, как пройти тут. И вот, кстати, получилось каким-то чудом это сделать. Дибала делает счет 1-1. Но это тонко. Это было сыграно очень тонко. Посмотрите, как отлично дал Дебрюйне и как тут Дибала разобрался. Нам повезло, что смогли найти дыру в обороне. Дибал молодец. Да и Дебрюйне какую передачу отдал. Конфетка. Так, ну что ж, 1-1. Теперь другая чуть-чуть задача у нас. Выйти вперед. Отличная передача на Дебрюйне. И как хорошо Дебрюйне пробил. Но там просто Куртуа. Так, Сане, подача. Удар головой не будет. И Дебрюйне бьет. И прям в руки Куртуа. Но, ребят, основное время подошло к концу. Счет на табло пока 1-1. Фабрегас. Передача в центр. Марата. О, неплохо вышло, кстати. И отскок такой прям хороший получился. И Кун Агуэро. Серхио Агуэро, давай. О, ну все, ну тут надо забивать, ребят. Тут надо забивать. Дибала делает счет 2-1. 95-я минута, мы выходим вперед. Но нельзя ни в коем случае, ребята, расслабляться. Да, поймали Челси на контратаке. И в итоге вышли вперед. Так, ну что ж, Сильва устал. Выпустим на эту позицию Гюндогана. И, пожалуй, все. Да, больше замен нет. Так, получится ли передача? Дибала падает. И не было тут, конечно, пенальти не было. Это была игра в корпус. Стерлинг отлично прошел сам на скорости. И передача дальше пошла. Дибала забиваю. Какой сейв. И сейчас нужно сыграть трезвой головой. Что вы делаете, парни? Что вы делаете сейчас? Один другому помешал просто. Отличная передача на Жезуса. Жезус, забивай. И что, Куртуа? Я думал, Жезус промахнулся. Ну и все, ребят, мы проходим дальше. Вот так вот. Счет на табло 2-1. И скажу одно, что это был прикольный матч. И лучшим игроком встречи признан Пауло Дибала. Заслуженно. Два мяча на его счету. А Морес, оказывается, в Челси находится. Вот это вот вообще невероятное событие. Ну, он получил очень маленькую оценку. 6,4. Хотя, в принципе, пытался обострять. Ну и следующий матч для нас очень важный матч против Манчестер Юнайтед. Это битва за первую строчку. Опять же, играем основой. И, ребята, мы должны в любом случае победить. Иначе отставание будет совсем мизерным. Так, ну что ж, матч против Манчестер Юнайтед. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, ну, такое соперничество, в принципе, ребята, серьезное. И сегодня мы должны показать, что наш состав намного круче. Да, ребята чуть устали. Но во второй половине выйдут посвежее игроки, и они смогут, надеюсь, додавить Манчестер Юнайтед. Так что вперед, играть и, надеюсь, выигрывать. Премьер-лига, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Этихад Стадиум. И вот он на ваших экранах, таблица. Что ж, Манчестер Юнайтед, как я и говорил, идет на второй строчке. В принципе, у нас есть еще игра в запасе, но, ребята, в этом противостоянии мы должны одерживать победу. И вот состав Манчестер Юнайтед. В воротах у них Де Хея, в защите Хоффран, Смоллинг, Баи, Дармен, в полузащите Карик, Матич. Удивительно, да, ребят, очень удивительно. И в атаке, точнее, и дальше в полузащите Мхитарян, Асенсио, Решфорд, а в атаке единственный Лукако. Да, Асенсио перешел в Манчестер Юнайтед, да, Асенсио там закрепился. Но мы не должны их бояться, мы должны противостоять им в этом матче. И должны просто одержать сегодня победу. Асенсио, ложный замах, убрал Сильва. Мхитарян, Генрих пробивает, и Эдерсон на месте.
Лукаку бьет, и это гол. Черт. Просто черт. Опять пропускаем первый. Да. Алексис Санчес, Лапорт. На Сане. Сане, забивай. И это гол. Все. 1-1. Смогли сравнять. И это хорошо. Теперь бы выйти вперед. Так, смотрим на этот момент еще раз. И Лапорт. Отличная передача дал на Сане. А Сане замечательно пробил. Да, Дехея немного растерялся. Растерялся Дехея. И пропустил вот такой вот мяч. Решфорд. Решфорд, передача в центр, и Эдерсон. Молодец. Так, давайте Хьюзанца выпустим вместо Сильвы. Сильва прям проседает, серьезно. Подача Сенсио. Эдерсон должен быть на месте. Молодец, Эдерсон. Лукако. Передача на Сенсио. И что это было сейчас? Блин, опасно. Опасно. Ибрагимович выходит. Ну все. Это капец. Ну а мы выпустили Стерлинга вместо Саны. Неплохой заброс на Стерлинга. Стерлинг сам. Стерлинг, ложный замах. Убрал игрока. Передача в центр. Джезус, один удар. И Дехея как вытаскивает. Кагава вышел, чтобы играть. Ну, не знаю, как у него выйдет. Посмотрите, ребят, ну просто мяч сам полетел к Решфорду, Ибрагимович. И что? А разве момент не заигран уже? Так, ну что ж, Дебало устал, выпустим Зинченко. Удар, и выше ворот. Бои на Ибрагимовича. Ибрагимович набирает скорость. Убегает от наших защитников. Передача пошла в центр и хорошо сыграл защита. Что ж, матч закончен, счет на табло 1-1. И не знаю, как-то смешанные чувства получил какие-то. Да, тяжеловато, тяжеловато вышло. И лучшим игроком встречи признал Лапорт. Вот тут немного удивлен. Хотя на его счету голевая передача. Но все равно удивительно. Ну и, ребята, на этом все. Спасибо всем большое за поддержку, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Если вы хотите продолжение, то просто наберите 1350 лайков, и я выпущу новую серию. Ну а так, ребята, с вами был Мэдрик. Если ты хочешь, чтобы быстрее набирались лайки, то просто поделись видео с друзьями. Ну а я пошел, всем удачи и пока-пока-пока. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока.